Цены на билеты приятно удивят. Детский за 120 рублей, взрослый – 150. Муниципальные кинотеатры «Современник» и «Седьмое небо» приглашают горожан насладиться просмотрами фильмов в дни каникул. На экранах будет «Старый добрый Чебурашка», «Чук и Гек», «Непослушник 2» и многое другое. В эти же дни у нас будут работать в муниципальных кинотеатрах кинотеатр «Седьмое небо» при Доме культуры «Авиатор» и кинотеатр «Современник» при Доме культуры имени Александра Петровича Вакжанова. Там сейчас уже идут, и в январские каникулы будут продолжены новогодние показы разных фильмов, как отечественных, так и зарубежных кинокомпаний. Все культурно-досуговые учреждения города также приготовили праздничные новогодние мероприятия. Сидеть без дела и скучать на каникулах у школьников и их родителей точно не получится. В четырех парках города – Кристальный, Юбилейный, Орешково, Жанаево – будут проходить тоже рождественские игровые программы с 3 до 5 часов. Поэтому всех жителей и гостей города приглашаем в парковые зоны отдохнуть культурно, душой и сердцем, поучаствовать в разных конкурсах. Жителям Улан-Удэ напоминают, зима – это не только холод и снег, но и множество способов скрасить свой досуг. Во время праздников приглашают активно провести время и покататься на коньках и лыжах. Катки в Заречном, Загорске, БГУ, Взгуту, парках Юбилейный и Кристальный, а также на центральном стадионе ждут посетителей. Вход со своими коньками в некоторые парки бесплатный, а работает, например, центральный стадион аж до 10 вечера. Мария Латышева, новости дня.